Сангая. Сангая для тех, кто уже в теме. Миром управляет философия и психология, а техники — это дополнительное уже подключение и все остальное. Проходите мою первую ступень школы Кайлас. Я говорю это серьезно. Не занимайтесь вот таким вырыванием. Вся эзотерика начинается с того, что ее принципиально изучают, медленно это делают и так далее. Вот смотрите, какие будут темы. Бог — энергия мироустройства. Бог — это закон, весь мир подчиняется. Законы энтропии, зачем Бог создал мир. Концепция слов радости. И дальше, кто такие, что такое мировая боль. Как Бог обучает сейчас людей, как раньше обучал, как работает все в эзотерике, кто побеждает в войнах, что такое индивидуальный рай, что такое революция жизни, как выйти из ямы, что такое концепция добровольного выбора, что такое намерение человека, что такое эмпаты и антипаты, что такое добродетель, каким образом строятся энергетические уровни, как человек коммуницирует с Богом, что такое пять элементов, как работают эзотерики с водой, с землей, как человек устроен по принципу энергии Бога, чем этим, что это делает, что это дает, что такое огонь для человека. Вот читаю. Желание — это мысли, мысли — воздух, воздух — это намерение. Мысли без огня падают перед человеком, загрязняя его ауру. Ауру загрязняют больше всего клятвы, договоры, обещания человека. Это самое плохое, чем человек должен стараться никогда не использовать. Почему человек рано умирает? Дальше я объясняю. Материя, земля, вот смотрите, астрал, ментал, эфир. Наши программы могут быть возвышенными и животными, низкочастотными, и могут накапливаться в нижней части ауры и там верхней. Вот читаю дальше. Астрал. Чем сильнее человек создает над своей головой энергию ментала или свечение ментала, тем сильнее он создает темноту астрала днем и свечение ночью. Дальше. Почему миры перевернуты под нами и над нами? Строение астрала, тайны наших миров, правила трех миров, как подключиться к эфиру, что такое астрал? Как контролировать сон, что такое увеличение ментала, что такое ментальные сети, что такое медитации настроя, как построить свои сети, как избавиться от сети, что такое 8 планет влияния, что такое 3 пентакля благословения планет, что такое цифровой код вашей жизни и семьи, как его построить и там, что с ним можно сделать, построение спецэфуриока, из чего состоит человеческое эго, как можно им управлять, как, из чего состоит эго семьи, как можно управлять отношениями, что такое энергетические центры, ну и так далее и тому подобное. Это 10 дней, огромное количество, глобальное количество информации, которое нигде невозможно прочитать. Так, как преподает Дуйко, никто не преподает. Самое адекватное, потрясающая эзотерика. А для тех людей, которые постоянно говорят: о, это Дуйко, вы мне завидуете. Ни один человек, как я, не принимает людей и вот так не просматривает. Ни один человек не может отвечать вот так на прямые вопросы. Да, они все говорят, но все видео потом записывают и показывают записи. Да, там много людей, но кто-то во вторник и в пятницу общается с людьми. Нет. Кто-то вот так, как я, делает. Да вообще, ну, таких людей нет. Если есть, напишите, мне интересно. Там девочка написала: надо Хасроева, она ничего не продает. Скучно быть Хасроевой. Почему? Ну, скучно. Знаете, статуэтки, ведьмочки, вся вот эта чернушность, знаете, она же старинная. Все может быть по-другому. Зачем все так, там, поклонение этому, а там, знаете, вопросов сразу много. Поклонение этому, почему? Ну, потому что она, а где? Ну, она, скорее всего, в этом, почему? А если что-то другое? И рано или поздно человек начинает говорить: я не знаю. Почему? Потому что возникает большое количество белых неведомых пятен, когда человек не может себе на них ответить. А я даю как раз того, что называется четкое, на 100% понимание этого мироустройства. Делаешь так, переходишь к этому, заделаешь вот так, делается вот так, и все понятно. Кто-то бесится, понятно, и не бесится, понятно, и там дома вредничают, понятно, и как сделать, чтобы, знаете, как читаешь того же Агриппу, у него написано и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и что мне от этого, как у Губанова в свое время было, и вот это, а вот это крутится так, и так, и вот все. Ну отлично, я это знаю, как это использовать. Ну тогда, если ты, часы состоят вот из чего, шестерня вот так, они крутятся. А семинар называется «Как сделать часы?»
Но самого главного вопроса, как сделать часы, так и не дан был.